находимся сейчас не просто в каком-то там або каком месте. Мы находимся сейчас в районе Богородска, ну то есть на пересечении Преображенки Богородского, то есть в самом центре, зародившейся не так давно, но уже успевшей из-за этого нашуметь Богородской сцены музыкальной. Вот. Но так вышло, что вокруг этого всего начали появляться какие-то сторонние вещи, какие-то сторонние проекты. На данный момент самая развитая моя группа — это 19 Can't Call You. Это очень... Ну, там все песни — это настоящие истории какие-то из жизни, личные очень. Но рассказанные языком таким как бы косноязычным, таким иносказательным, переиначенным, чтобы никто ничего не понял. Но чтобы все понятно, все же на поверхности. Вот. И... Ну, я хочу, чтобы это было такой поп-музыкой, но не в смысле, что плохой, а в смысле, что наоборот хороший, чтобы это все хотели такую поп-музыку слушать. Это когда делаешь сам, своими руками, без использования денег, еще вот и всяких коммерческих предприятий, всяких студий или там, не знаю кого, типографии. Ну зачем они нужны? Все можно сделать самому. Ну, в смысле, типа это не индивидуализм должен вот тут в главе угла становиться, а просто нежелание как бы кормить какую-то левую ненужную организацию, которая совсем уже коммерциализировалась и стала как банк, а не как что-то творческое. Ну, то есть, особенно если это касается чего-то творческого, то это совсем как-то нравится. Но при этом вот очень важно, и это серьезно какая-то беда, то, что вот все почему-то стали какими-то очень в своем творчестве очень закрытыми, что вот типа они делают свои дела, свои проекты реализуют, но они не хотят ими делиться. В смысле, ну, на стадии производства. Они как бы, ну, не знаю, у меня такое ощущение, прям скажу, что никто вот не хочет особо советоваться или там как-то давать поработать тоже, вот, или звать кого-то к себе. Прям, ну, нет какой-то общности, коллаборации. А коллаборация — это очень важно, потому что, ну, типа, коллаборация, она вообще даже работает. Ну, как бы это за работу даже считать нельзя, потому что когда ты совместно что-то с кем-то делаешь, то вы как бы сливаетесь в единый поток творческий. И это не работа уже, а просто счастье. Все какое-то совсем не такое. И DIY как бы сейчас должен быть направлен на объединение и коллаборацию. Ну, в смысле, это я считаю, что ему стоит этим заняться. Когда ты попал в район страны, ладно, положил в душе носа. Но вроде бы да. Ну ладно. Ну или нет, я не знаю. Когда ты попал в район странных запахов, я искал тебя и не мог найти. Когда ты попал, Серёжки-то я многие сам сделал. Да ладно, да. Это Серёжка моей сестры. Но некоторые из них я сделал сам. Не, просто вот еще мне кажется, очень круто и важно, это мифы, мифы такие. Вот и розовый фламинго — это в целом миф. Это чувак, который по метро ходит в таком странной одежде, немножко розоватого цвета, у него нет ноги, и он попрошайничает, и у него очки всегда странные, и он в бинтах, и странно он себя ведет, он розовый фламинго, его так прозвали, потому что его много кто видел в разных местах, но последнее, вот что мне рассказали о нем, это то, что его, возможно, на самом деле три разных чувака, потому что по описанию и по внешнему виду это три разных чувака. Это очень странно. И я его видел. И я его видел до того, как узнал об этой истории.
И я просто подумал, как же это странно. Знаешь, типа, входишь в вагон и понимаешь, что-то тут не так. Типа, он двигался просто плавно и просил у всех, типа, деньги, как-то мычал. Ну, в смысле, он в целом, ну, обычный чувак, просто когда хочется поверить в то, что это что-то необычное и странное, то очень легко верится. Потому что, на самом деле, я полистал паблик, посвященный этому чуваку. Там все очень скучно, и как бы вообще весь миф как бы развеивается, если этот паблик листать. Но я зашел в вагон, и сразу было понятно, что что-то вот не так, и очень долго я не мог понять, что же не так. Потом я увидел этого чувака, очень удивился, а потом узнал, что это и был розовый фламинго. И вот было бы круто стать таким же мифом, как он. Типа, на самом деле, делать все очень обычное, но, ну, чтобы это воспринималось как что-то мистическое. Посмотрите, народ, получается акция протеста кому? А мы не играем то, что народ любит! А группа Щелкова — это изначально такой самый просто свободный проект, который, с одной стороны, должен такие, типа, первобытные какие-то понимания песни, такие завывания, такие напевы пробудить и как-то еще вот выплюснуть их, ну и вообще даже общее недовольство вот этим всем фоном, он как-то должен выплескивать в таком народничестве конкретно. И, ну, поэтому я изначально хотел, чтобы там не было как бы никакого состава, а просто всех туда надо звать, но не как в супергруппу, типа, а наоборот, как бы, вообще все. Ну, то есть, было бы здорово поиграть с уличными музыкантами, мы пытались это как-то сделать, но у нас не получилось. Но, ну, может, еще получится. И поэтому я просто позвал всех, кто смог собрать, все, кто смог прийти, пришли, и мы играли на улице. Хотя и с приключениями, хотя много каких-то казусов произошло, и, по-моему, мы сыграли все совсем не так, как хотели. Но это был такой прям крик души. Типа протест против самого устройства, типа, всего. Того, что все такое ровное и такое, как бы, ну, пытается казаться таким ровным, а на самом деле все вообще нас не устраивает. Ну, по крайней мере, меня. И об этом стоит иногда покричать. Ну и да, и вот еще очень важны такие, как бы, немножко шаманские практики того, что ты начинаешь как бы петь, мычать без слов, а потом из этого могут вырисовываться слова или вырисовываться какой-то смысл, и все это так начинает закручиваться, и получается группа Щелкова из этого все. Там было девчонок много, и девочка как одна. Но ты не готов, дала понять порога. На выставке Ван Гога. Мне кажется, это настоящий банкрот сейчас. Я сейчас сижу у вас на интервью, вы бегали за мной почти полгода, мне кажется, чтобы снять меня, но я не успевал. И вот я перед вами сижу. В основном занимаюсь видео. И пришел к этому случайно. Но это моя основная деятельность, в принципе. Это не съемка, это что-то в духе видеопроекций, как саунд-дизайн, только видео. Короче, дополнение к чему-либо, к музыкальному концерту, или к спектаклю, или, я не знаю, к чему угодно можно сделать видео, как видеоинсталляция отдельно, так и дополнить какую-то инсталляцию. Вот. Видео. Я просто ничего не делал какое-то время, после того, как перестал чертить. И мои знакомые предложили мне работать в театре. Я ничего не умел делать в этой сфере, это вот была сфера видео. И за какое-то время я освоил какие-то базовые знания, а потом мне стало все это очень интересно самому по себе. И я начал осваивать эту сферу семимильными шагами, но как-то все мне удавалось пока. Потому что мне интересно, наверное.
И когда я начал вникать вообще во всю суть происходящего и понимать, что, откуда, почему и как, я начал сам экспериментировать методом тыка что-то делать. И сейчас я осознанно делал вот видео, я понимал, почему у меня откуда что идет. Я видел картинку и понимал, как ее добиться, и получалось так, как я ее изначально себе придумал. Как бы, и у меня есть какая-то скиллуха, база общая, которую надо дальше развивать. Я это стараюсь делать. Но я занимался какой-то сомнительной живописью с Денисом. Вот мы начинали. Что-то мы писали совершенно абстрактно, из головы. Я писал натюрморты, я писал пейзажи какие-то, но все это было как-то совсем странно. Это не было очень просто, но это имело какую-то очень сомнительную форму. Потом я ушел дальше в академизм по учебе. В смысле, я занимался простым базовым рисунком академическим и всякая прочая такая задротская туфта. Но все равно я был заинтересован тогда в том, что мы делали. Мне нравилось. Это такая база архитектуры, это вообще очень основополагающая дисциплина, я не знаю, которая в себе заключает целую кучу разных дисциплин, которые дают тебе основу композиции, и вообще вкус и восприятие мира складывается относительно того, что я изучал вот в колледже, до этого в художественной школе, и с детства вообще занимался всей этой темой. И я думаю, если бы я не учился в колледже, то я бы не мог делать того, что я делаю сейчас. Вообще, в принципе, если бы я вообще попал в эту сферу, я бы делал без этих знаний намного худшие вещи. Это достаточно положительный опыт, дает умение делать руками, как бы чувствовать форму, понять, понимать ее, передавать ее. И как бы от этого уже в дальнейшем все идет. Когда ты начинаешь что-то делать, музыка всегда идет в плюс. Но она просто дает заряд энергетически большой. И я вообще вдохновляюсь сейчас и вдохновлялся раньше этими звуками, саундом, синт-попом, панк-роком, и я не знаю чем. Датчане. Я играл на бас-гитаре, но там не нужно учиться, как бы я учился 1.5-2 месяца и вроде освоил какие-то знания, но мне все это не приносило такого удовольствия и вообще, ну, интереса какого-то не было у меня, особенно в этой сфере. Относительно электронной музыки я никогда этим не занимался. Я бы, конечно, хотел освоить какие-то такие вещи. Но я не знаю, может быть, в каком-нибудь далеком-недалеком будущем у меня получится этим заниматься. Моей коллегой, подругой, ровесницей, единомышленницей Яны Эк думали насчет этого всего. Мы не представляли, мы абсолютно не представляли, до каких масштабов это дойдет. Сомнения присутствовали, они были. Но в этапе работы мы все слишком быстро разрулили и поняли, что все будет так, как мы это запланировали себя в голове. Это же очень важно, когда тот продукт, который ты делаешь, ты его придумываешь сначала изначально вот в этой части, наверное, своей головы, а потом ты видишь живое исполнение, и от этого тебе становится круто. Из задуманного получилось все, но единственное, я не смогла показать свою инсталляцию, которая называется «Алтарь панка», потому что я хотела сделать идеально, но у меня это не получилось. Зачем выставлять что-то не идеальное, что-то не слишком красивое? Надо, чтобы все было красиво.
будущего проекта уже, оно уже началось. Мы уже его начинаем. Мы уже придумали следующую концепцию на следующий год. И это будет серьезней, масштабнее. Куда серьезнее, вы спросите вы. Серьезнее, масштабнее. И добавим нотку, наверное, эклектики. Такое мероприятие готовится за 2 дня. Первый день утром ищутся модели. Во второй день происходит подбор костюмов. На следующий день все репетируется и выставляется. 2 дня ровно нам стоило сделать этот проект. Да нет, все шутки. На самом деле проект делался... Изначально задумка была, наверное, 1,5-2 года назад. Мы все это придумывали, мы все это собирали у себя в голове, записывали, спорили, мнения расходились. Потом мы понимали, что мнения схожи, искали костюмы. Ну, наверное, 1-1.5 месяца интенсивной работы. Самая важная часть – это последний этап, когда ты получаешь костюмы, когда ты расписываешь все по показам, когда ты договариваешься с моделями. Спасибо агентству «Югенд» реклама. Спасибо участникам. 1,5 месяца интенсивной работы. Отказаться от развлечений, от театров, от походов в центр, от писем и звонков бабушки, и ты сделаешь свой проект. His departure was along a highway with an exit sign that reads, "This way to escape." The personal record of the rarest kind of human experience. Было несколько целей. Во-первых, мы работали как биржа труда для художников. Мы всех их очень любим заведомо, потому что они совершенно талантливые, гениальные люди. Мы хотели подарить людям праздник, и мы это сделали. Все ушли с улыбкой, все получилось. А это событие станет ежегодным. Выйдет на международный уровень. Будем работать вместе с большими музыкантами, большими модельерами, большими операторами. И все они будут нашими друзьями. Огромное уважение. Конечно. Youngs это Fashion Weekend прощается с вами. Друзья, спасибо. Мы переходим на съемку диджей-сета. Ура. Чего, мальчики, мы готовы? Все? Это очень тяжело было. Это было очень тяжело. Спасибо большое. Интервью с Яной. А, просто видите интервью? Я так понимаю. Да? Да. А что? Ну просто. Все, все. Мы все сделали. Я думал, блин, поставить сюда тот проект, это сейчас же это вообще. Я был, когда в Лейпциге встретил одного офигенного чувака, он делал зин про охоту. И суть была... Не, он назывался, я не помню, как там, ну, Ягд, а то ли Д-Ягд, то ли Д-Ягд. Ну, да, это Д-Ягд, да. В общем, суть была зина такова, что он нашел изображения разного рода животных, на которых охотится, и распечатал их в большую стопку, скрепил в толщенную книгу, потом расставил их, ну, как мишени, и прострелил из ружья, и упаковал каждый... Запаковал так, что его типа можно либо открыть, либо сохранить как объект. И он типа все подписал. Офигенно. И это было. Ну, я смотрел и говорил, типа. What the hell is going on? И это, понимаешь, это опять-таки это больше, чем выставка. То есть, ну да, конечно. Слово зин это такое, ну как бы, это basic. Ну да. Вот. Но это. По сути, это как бы printed matter, это существует. Интернет он не существует. Его, как бы его вот. Switch off и все. И как будто бы ничего и не было. But what he did, he's a painter, and then he repainted
These are his paintings from children's art school, mm-hmm. and he made new versions of them after he became a painter, you know, like a real artist. Всем привет! Сейчас мы находимся в городе Москва, Российская Федерация, галерея Гранд Песчаная. Происходит следующее мероприятие, Гранд Зинфест, посвященный независимым издателям, независимым публикациям художников, фотографов, фотокниги, арт-публикации разного рода, микроиздатели и зины. Это первый фестиваль подобного рода в России. Аналоги такого фестиваля есть как в Европе, так и в Америке, но в России это проводится впервые. И главной задачей стоит создание некой площадки для обмена опытом, также для архива разного рода публикаций и, собственно, для продажи и дистрибьюции всего этого. Как сегодня рассказывал один из участников из Франции, Матьё Ренар из издательства «Лендруа», он рассказывал следующее, что фактически, это отличный медиум для художника, потому что выставка, она, во-первых, как бы длится какой-то отрезок времени, во-вторых, выставка, для нее нужно очень много сил, денег и так далее, поиск галереи, и книга для художника или для фотографа является фактически как бы площадкой, то есть и если этот процесс очень долгий и ты пытаешься найти галерею для своей выставки, пытаешься выходить на кураторов и так далее, это занимает довольно долгое время, но также ты можешь сам взять и сделать издание, которое не будет являться целиком цитированием или каталогом, оно будет являться отдельной выставкой, объектом и чем-то новым, то есть это тот медиум, который очень важен для распространения, для, опять-таки, self-promotion, да. Это отличная площадка для возможности показать себя и сделать это очень просто. То есть ты сам являешься редактором своего же издания, ты можешь как публиковать свои книги, да, со своими, точно так же, со своими работами, точно так же ты можешь делать некую, да, опять-таки, маленькую кураторскую работу, отбирать какое-то количество знакомых или людей, которые тебе нравятся, да, там, в плане эстетическом, и публиковать их. Like to do drawings and play with different makeup.
про Сережу я знал очень давно, еще когда катался на скейтборде. Это было. Это было очень. Знаешь, то есть тогда я просто видел его работы и. Секунду. Да, ты решил приехать? Но через 10 минут мы как бы уже завязываем, все заканчивается. Ты целый день думала? Короче, все, forgot about it, как бы забудь. Ты уже сюда не попадешь, потому что все уже было. Да, я разговаривал со своей сестрой. У меня вот прям вот прямо сейчас берут интервью, а я разговариваю с подругой. В прямом эфире. Передаю привет от Натальи, это моя сестра. Она весь день была с детьми и, к сожалению, не смогла приехать. Но она меня поздравляет и передает всем. Передает всем. И тоже привет. Передает всем привет, да. Дико счастлив, потому что, ты знаешь, для меня это почти как сон, потому что вот фактически, например, да, интернет, он не существует. Мы все каждый день просматриваем миллиард изображений, получаем информации больше, чем получал информацию человек. То есть, если 50 лет назад человек получал информацию, там, он смотрел что-то, он искал, там, не знаю, книги, он... Ну, то есть это все занимало довольно долгое время. Сейчас ты можешь получить эту же информацию за один день. За один день и век, да, такого пост-диджитал, когда есть абсолютно все. Ты можешь найти абсолютно все в интернете. Я потерял мысль, прости, друг. Ты сказал вопрос сейчас. Да. И я считаю, что... Это очень важно, что все это происходит, потому что, опять-таки, там, 5 лет назад я просто смотрел на изображения в интернете, я делал закладки, ставил лайки, сохранял какие-то изображения себе на компьютер, и потом щелк, и я еду в такси с одним из участников и говорю ему «Привет!». И для меня это счастье, серьезно. И важно, что... Это видят другие люди, что это вообще живет, происходит. И, в общем, welcome to Grounds and Fest. Все, спасибо большое. Или там что-то, ну, без разницы, что делают. То есть брать это под свое руководство и как бы отвечать сразу за все. То есть, не знаю, если это фильм, то отвечать там из-за
и за режиссуру, и за сценарий, и за картинку, и за историю, за все, за детали, за реквизит, ну вообще за все. То есть мы как-то где-то что-то хватаем, какие-то знания базовые, вот, а дальше уже отпускаемся в свободное плавание и дальше идем уже как-то сами, своим ходом. Вот знаешь, мне сегодня парень рассказывал про Вырыпаева, что он «Спасение», ну, последний свой фильм, снимал, у них была группа из трех человек. Значит, он, режиссер, директор фильма, который следил там, не знаю, за финансами, все такое, оператор и художник, все. И, по-моему, это вообще идеал, потому что я тоже, если что-то делаю, то я это делаю, как бы, ну, то есть, может быть, я привлекаю много там знакомых друзей, но вообще группа у нас тоже как бы маленькая, если мы там что-то собираемся делать. Вот, потому что это как-то... Может быть, потому что это что-то такое личное, которым ты хочешь поделиться, но именно на стадии вот этого зарождения или... Когда ты это, ну, начинаешь производить, это должно быть как бы в узком кругу, чтобы потом довести это до какого-то там, не знаю, максимума, и тогда уже открыть всем. Вот мне кажется, это что-то вот с этим. До прошлого года я вообще не задумывался о деньгах, потому что, ну, то есть я просто как бы делал, мне вообще было пофиг, потому что, ну, не знаю, я был школьник, я подходил к отцу, говорю, пап, дай денег, на, все, пошел гулять, снимать, вот, а сейчас я думаю, как-то жить все равно на что-то нужно, и если то, что ты делаешь, это приносит тебе... Ну, обеспечивает тебя, так скажем, то это же вообще это прекрасно. То есть ты делаешь свое любимое дело, а тебе еще за это деньги платят. То есть ты можешь его делать и без денег, а тебе тут еще и платят. Если нет прям такой острой жизненной необходимости, то я не думаю, что о деньгах прям сильно задумываешься. Ну, все это началось с того, что... Однажды утром я шел, как обычно, в школу и вдруг подумал, а зачем я вообще хожу в школу? И вечером я спросил маму, мама, зачем ходить в школу? А если я не хочу? Ну как это не хочу? Все же дети в школу ходят. И я в детстве ходила. Ну а как по-другому? На следующий день я убирался в кладовке и нашел там старый такой пыльный диск с каким-то французским фильмом. Я сразу же включил его, и когда смотрел, просто... Там главный герой прогуливает школу. Представляете? Он просто не пошел туда утром, а пошел с другом кататься на аттракционах там. Да и вообще, блин, да господи, ну так же нельзя. Я на самом деле не торчу по этим всяким подразделениям, типа вот там вот Нефер, и вот тут вот у нас панки, ну... То есть я не задумываюсь даже про это. Ой, вот моя тусовка, там такая-то, такая-то, а с другими там я вообще водиться не буду, потому что наша тусовка с ними в конфликте, ну это детские игры, по-моему. Каждый человек может дойти под тысячу классификаций, там, не знаю. Это как социальные роли, типа того. Там я, не знаю, я сын, я студент, там, не знаю, я... Нет, это классно.
Да. Ну не ходишь, нет, я пойду. Ларька, и там был написан студентам там за 10 евро, а обычному человеку за 20, ну хот-дог. Чего хот-дог за 20 евро? Ну да, там что-то, ну там хот-дог с чем-то. А так студентам скидка, вай. В этом лук там, знаешь, 69 евро без разрешения на сайте. Ну, кстати, по поводу еще коммерции, вот тоже у меня есть друг, оператор, и он очень круто, на самом деле, совмещает. Ну, как, то есть он снимает для кого-то за деньги, и при этом он как бы наращивает опыт, то есть наращивает, набивает руку, так скажем. И потом, допустим, не знаю, если мы там с ним собираемся что-то снимать, то он уже с большим опытом, вот. Ему, конечно же, если мы там делаем какой-то фильм, то ему какие деньги? Да мы вообще о деньгах. Ну, блин, просто дети, которые развлекаются. Зачем нам деньги? Ну, это пока что я говорю. Пройдет 3 года, и потом я, может быть, уже, да, буду думать про деньги, про работу. Ну, так меня пока это не сильно волнует, и я от этого кайфую. Делаю. Вот внутри, мне кажется, это все накапливается, и этому нужен какой-то выход во что-то. Ой, как она быстро пошла. Ладно, я...